Всем привет! С 31 октября началась акция в магазине Сельпо, где нужно собирать фишки. Данная акция называется «Готов как шеф». Действовать она будет аж до 11 марта 2020 года. В данной акции необходимо собирать фишки, и накопив 5 либо 10 фишек, можно получить скидку 65% на посуду торговой марки «Марка Черветти». И вот я взял такой буклетик на кассе. И давайте посмотрим, что же это за акция и какую выгоду в ней можно получить. Итак, для того, чтобы в ней участвовать, вам необходимо совершать покупки в магазине Сельпо на сумму от 50 гривен. За каждые 50 гривен в чеке вам выдается одна фишка. И вот определенное количество фишек я уже получил. Выглядят вот они таким образом. Видите, здесь такая квадратненькая наклеечка красненькая, на которой буква «М». Ну и вот с таким вот заветвлением. У меня уже здесь есть 16 фишек. То есть можно получить фишки таким образом. А также еще фишки можно получить в электронном виде. Что это значит? Если вы делаете покупку на сумму от 50 гривен и не хотите получать такую фишку, а хотите просто получить ее в электронном виде, то вы предъявляете вашу карточку «Властный рахунок», и тогда у вас в электронном виде начисляются ваши фишки на ваш счет. Кроме того, они печатаются в чеке. И вот у меня, видите, здесь еще есть 18 фишек на счету. То есть получается, у меня есть 16 фишек в физическом виде и 18 фишек в электронном виде. То есть всего получается 34 фишки. И вот накопив 5 либо 10 фишек, можно получить скидку на определенную продукцию марка Черветти. Так, открываю буклетик и посмотрим. Вот сам марка Черветти, это бренд-шеф ресторанных проектов Сельпо, как здесь написано. И открываю, чтобы посмотреть полностью. Видите, вот эта вот посуда такая красненькая, жаростойкая для выпекания, запекания, вот как здесь написано. Скидка идет довольно существенная, целых 65%. И это довольно выгодно, потому что, например, вот эта жаростойкая кастрюля с крышкой стоит 568 гривен, а со скидкой ее можно купить всего за 199 гривен. То есть за 199 гривен это реально очень крутая цена. Вот эта формочка для запекания тоже за 119 гривен очень круто. За 99 гривен, за 20 гривен вот можно купить такую вот маленькую рамекин для запекания. Каждый может найти для себя то, что ему больше всего нравится. И вот здесь указано, сколько фишек. Вот видите, здесь написано фишек 10. Необходимо предъявить, чтобы получить скидку 65%. То есть вы, когда будете скупляться, вы на кассе можете взять такой буклетик и обязательно просите фишки. Кроме того, продавцы любят давать больше фишек, чем есть на самом деле. То есть если вы скупились, к примеру, на 5 фишек, можете попросить еще догоночку фишки, если, конечно, вы хотите участвовать в данной акции. И видите, вот здесь написаны эти правила. За каждые 50 гривен покупки в Сельпо получите одну фишку, клейте необходимое количество фишек в буклет, отдайте заклеенный буклет наклейками кассиру. Это первый способ. Второй способ. Если у вас установлено мобильное приложение Сельпо, то на кассе вам необходимо с помощью него просканировать QR-код. Ну и третий способ. Вы можете предъявить карточку «Властный рахунок», на которой есть электронные фишки. И тем самым четвертым шагом у вас будет оплата всего лишь 35% от стоимости акционного товара. Вот такая сейчас действует акция. Так как у меня есть уже целых 34 фишки, то сейчас я направлюсь в магазин Сельпо и куплю себе что-нибудь со скидкой 65%. Я уже сходил в магазин Сельпо, вернулся, и вот что я там купил. Общая сумма чека у меня получилась 451 гривна. И за эту сумму я купил за 99 гривен круглая форма, за 149 гривен это уже овальная формочка для выпечки. И за 199 гривен я купил кастрюлю. Кроме того, мне еще предложили 4 карточки лёрков. Это вышло на 3 гривны 96 копеек. Итого общая сумма у меня составила, грубо говоря, 451 гривна. Давайте сейчас посмотрим, что же я купил. Итак, вот форма, которая
большая самая. Стоимость ее составляет 149 гривен. Он довольно-таки, вы знаете, тяжелая. Материал керамика, видите, керамическая посуда. То есть это фирменная посуда. И за 149 гривен это реально очень крутая такая форма для выпечки. Это первое, что я взял. Далее, также я взял вот форму для запекания круглая. Выглядит она вот так. Конечно, она не такая тяжелая. Стоимость ее составляет 99 гривен. Вот такая вот формочка. Может использоваться в духовке при температуре не выше 220 градусов. То есть можете использовать до 220 градусов для выпекания, запекания и всего прочего. Рекомендуется ставить посуду в духовку, нагретую до температуры максимум плюс 170 градусов. И затем уже ее постепенно нагревать до необходимой температуры. То есть сначала вы ставите эту форму при температуре до 170, а потом уже можете повышать температуру нагрева. Ну и тут также написано, что горячая посуда может привести к ожогам. Можно использовать в микроволновой печи. Мыть можно руками или посудомойной машине. Перед первым использованием рекомендовано помыть с моющим средством и просушить. Не стоит использовать посуду над источниками открытого огня или на конфорках плиты. Рекомендовано использовать прихватку или рукавицу, чтобы не получить ожоги. Вот такая вот круглая формочка, тоже очень прикольная. За 99 гривен это самое то. 282 это, конечно, дороговато, но 99 это очень интересная цена. И третье, что я взял, это вот эта вот кастрюля жаростойкая с крышкой, 199 гривен. Емкость ее 1,5 литра. И выглядит она вот так. Сейчас попробую снять эту обертку. Видите, тут даже фирменно так написано Marco Cervetti Brand Chef или Chief. Вот, тут еще такая пластиковая вставочка есть для того, чтобы оно не гремело, не тарахтело и не побилось. Ну, вот такая вот прикольная кастрюлька. Стоит она дороже всего, 199 гривен, но выглядит тоже довольно круто. Вот такую посуду можно взять сейчас по скидке в магазине Сельпо. И для этого вам необходимо собирать фишки, которые вы можете получить за каждые 50 гривен в чеке. Кроме того, фишки вы можете в нагрузку попросить на кассе. Многие кассиры вам не откажут и обязательно дадут вам их в нагрузку. Так, ну и еще я получил 4 карточки Лёрков. И сейчас откроем, посмотрим, что мне здесь попалось. Берем наши анбоксерские ножнички. И аккуратненько обрезаем. Джурлих. Джурлих. Круто. Вот бы все 4 джурлиха были. Вау, офигеть. Джурлих. Ну и четвертую. Не, на четвертую не попадется, скорее всего. Но мало ли. Джурлих. Офигеть, вот это да. Круто. Прям как мое желание сбылось. Сказал бы, вот 4 бы попались, и 4 попались. Это просто офигенное везение. Но мой ролик не о лёрках, а посуде, которую сейчас можно купить в магазине Сельпо и на которую можно получить скидки 65%. Поэтому, если вам интересна данная акция, не забывайте просить фишки на кассе за каждые 50 гривен покупки, которые нужно будет вклеивать в этот буклет. И если вы захотите все-таки купить эту посуду марка Cervetti, то вам нужно будет предъявить 5 либо 10 фишек, в зависимости от того, какую именно посуду из всего ассортимента вы выберете. А у меня на сегодня все. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока.